Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Растения против зомби-герои. Так, Золотая Лига, 25 ранг. И будем мы сегодня с тобой играть по фану. По фану, ребята, это значит, что я буду пробовать разных персонажей с разными колодами. И, кстати, хочу приобрести себе нового персонажа. Так, давай-ка мы с тобой... Это куда нам заходить? В коллекцию, по-моему, да? Я хочу взять... Ну, давай вот этого, наверное, возьмем, да? Сколько он стоит? 750. Приобретаем. Так, ну что, ржавый разряд. Добро пожаловать ко мне. А, так тут еще и карты даются вместе с ним. Ух ты, это что такое, ребята? Это что-то новенькое. И герой. А что это за карта такая? При использовании. Так, все зомби-лаборанты наносят бонусную атаку. Все зомби-лаборанты. Интересно. Так, ну что же, давай сыграем тогда за него. Познакомьтесь с ржавым разрядом. Несчастный случай на свалке. Из металлолома восстал герой. Осторожно, он уменьшает растения. А еще у него есть мощная лопата. Окей, я за него, ребята, ни разу не играл. Так, утилизировать дополнительные 26 карт. Так, 26 карт. Получу всего лишь 406. Ну давай утилизировать. Все? Нормуль? Нормуль. Так, давай-ка посмотрим, что он из себя представляет. Ох, ребят, сейчас будет избиение Рэя. Так, вот он разряд. И надо составить колоду, соответственно. Так, давай смотреть. Так, вот этого я возьму, наверное, с удовольствием. Так, что еще тут есть у нас хорошего? Слушай, ну тут вообще классные карты у него. Возьму этого, возьму этого. Ох ты, двоих этих возьму. Это, медик нам понадобится, вот этого добавим. Блин, короля тоже возьмем. Это тоже неплохо. Так, этого, наверное, тоже возьмем, да. Обязательно возьмем вот эту карту. Вот эту возьмем. Возьмем вот этого с объедками. Если что, ребята. Этот, наверное, нам тоже пригодится. Плюс ландшафт. Обязательно без него никуда. Это лаборант? Так, наука. Бочка зомби. Получает плюс один, если поблизости есть зомби. Если поблизости есть зомби. Один плюс один, то есть получается 3-2 он получает, да? Фига себе, он еще, чтобы создать вот тыщенку, нужно заплатить. Слушай, подожди-ка, а мы можем с тобой кого-нибудь еще найти и создать, да? Давай-ка посмотрим. Сколько ты, парень, стоишь? Создать 1000. Так, надгробие, шаманство. Шаманство приема при использовании первого приема во время каждого хода. Это 100% какой-то лаборант. А вот этот сколько стоит, ребят? Так, шаманство, вкусняшка. При использовании первого приема во время каждого хода. То есть, если я буду применять какой-то прием, он будет мне что-то там давать. А это что такое? Вместо приемов можно разыграть зомби. Нифига себе, 4000. Ну, это дороговато для меня. А это что? Превращение в случайного зомби стоимостью 3. Если разыгрывается научная карта. Ну а тут что? Так, устойчивость к приемам. Зомби поблизости. Слушай, ну это прикольно. Вот этот, я чувствую, зомби прикольно. То есть я могу взять и поставить против него. Не будут никакие магические эти, да? Все гаргантюа получают мишень. Нифига себе. Прикольно. И стоит-то, кстати, недорого. Эксклюзивный редкий. Создать. 250 всего лишь стоит энергия. Так, а вот это что такое у нас? Превращение всех зомби в случайных зомби, которые стоят 5 или больше. Ого. Сколько? 7 энергии. 5 или больше.
Слушай, ну прикольно так, а ты сколько стоишь? 4000. Проводит бонусную атаку, если любой другой зомби или растение проводит бонусную атаку. Да, тут, конечно, есть, ребята, над чем подумать. Слушай, вот что-то мне подсказывает, вот это вот взять надо. Зомби с зонтиком. Устойчивость к приемам. Так, а ты кто такой? Растения не могут выполнять бонусные атаки. Фу, тоже прикольно, прикинь. Друзья мои, я, наверное, пока вот этого вот создам. Слушай, а что я пока, что я боюсь-то? У нас же с тобой есть излишки, которые я могу, в принципе, переработать. Сейчас посмотрим, где они у нас тут есть. Вот здесь, например. А я его не смогу, по-моему, да? Да, этого нельзя утилизировать. А тебя? Вот. Одного можно, да? Как раз нам с тобой хватит. А это что за тыква? А, это мозг. Шаманство двух способностей. Стоит 1000. Двух способностей. Мозговитая шапка. Мозговитая шапка. Ну, блин. А этот кто такой? Так, профессионал, усы, зомби, мишень, безумие, броня, проскок, антигерой. Че себе у него сколько этих... А ты что делаешь? При использовании все зомби получают 1+1 и способность безумия. Ого. Крайне редкий. Хм. При использовании +1 за каждую единицу здоровья героя. Блин, я не знаю, ребят, я весь тут извозюкался. Я думаю, что надо все-таки вот этого брать. Покупаю. Не знаю, может быть, зря. Так, ну в колоду я ее однозначно заберу в свою. Такой персонаж нам пригодится. Потому что все любят применять заклинания, ты знаешь, да? Так, только вот где она? Вот. Добавим. Добавим. Сумоиста, наверное, тоже с тобой добавим. Так, бонусную атаку, наверное, все-таки надо взять. Возьмем вот этого. Здесь нету йети. Хм, зато есть спортсмен. Так, медика я брал? Брал, ладно, фиг с ним, пускай два будут медика у нас с тобой. Возьмем фараона. Что там у нас? Зомби-лаборант наносит бонусную атаку. Ну, у меня как бы лаборантов-зомби-то здесь нету. Вот этого надо взять. Ландшафты я взял, по-моему, да? Надо еще взять. Карамельки, конфетки. А это что он с карамелькой делает? Зомби получает 1+3. Слушай, неплохая конфетка. Заберем на всякий случай. Так, вот этого, наверное, тоже возьмем. Не знаю, возьмем вот этого. Так, а это что у нас? Уничтожает растение 4 или больше. Уничтожает растение 4 или больше, берем. Так, этого, наверное, возьмем. Магию. Возьмем горшочек с медом, блин. Так, спортивного зомби. Так, возьму вот этого, наверное. Не знаю, стоит ли брать нам еще одного такого. Наверное, не стоит, да? У нас ландшафты-то есть хоть? Всего лишь два ландшафта? Мало, наверное, этого будет. Так, и что-нибудь такое быстрое, да? Нету. Значит, возьмем с тобой вот это вот и неуязвимость. Шара, наверное, возьмем два с тобой. Ну, вот такая вот, ребята, у меня получается колода. Я уж не знаю, насколько она хороша. Давай протестим ее. Фух.
Соответственно, я в первый раз играю за этого персонажа. Я даже не помню, какие у него способности-то. Сейчас посмотрим. Так, это мы с тобой... Вот, оставим так. Окей, поехали. Началось, да? А у меня нет ничего. Зомби получает плюс 5 к здоровью. Так, ну что, подсолнух, наверное, выпендривался, я так понимаю. Сейчас мы его перетянем, если что, и уничтожим. Блин, не уничтожим. Ё-моё, ну... Короче, друзья мои, я понял, что он хочет сделать. Опять хочет ананаса. Ананасы, ребята, это колода именно с ними. Поэтому нам надо пропускать с собой следующий ход и применять вот это вот. Если я, конечно, успею. Если я, конечно, успею. Успел. Тогда все, ребята, тогда ему крышка. Все, теперь мы рулим. Ну что же, поехали. Давай карту. Неплохо. Так, ну что мы с тобой сделаем, наверное? Вот так вот. Поехали. Так, дальше, наверное, вызовем с тобой... Да давай вот так вот. Что там? Ага, команду. У меня жалко нету, ребята, ландшафта-то. Пока нету. Так, два нам с тобой надо будет оставить на всякий случай, поэтому я возьму, поставлю царя здесь. Царя зомби. Подсолнух опять. Что он творит-то здесь? Вот объясни мне, а? Так. Ага. Да вот этого преврати, вот этого преврати. Спасибо. Спасибо тебе большое. Все, друзья мои, приплыл голубчик. Дальше все будет вообще из... Опа. Этот выживет. И этот, а этот нет, этот погибнет. Хотя нет, все. Да ладно. Вот это что-то новенькое, друзья. Надо же, выжил. Так, давай, наверное, так сделаем с тобой. Поставим сюда защиту. Ну, в принципе, неплохо. Что там у тебя? Только не чертополох, который делает минус 2, минус 2. Упс. Ну что, друзья мои, давай, наверное, так вот сделаем. И ти-ти-ти-тить. Ну и вот так вот. Прочерк, ты серьезно? Еще и рикошет надгробия делает. Еще вытягивает карту, да? Вот это, конечно, для меня нонсенс, друзья мои. Так, можем с тобой уничтожить, да? Вот этого. Оп. Блин, где мой ландшафт? Объясни мне, пожалуйста. Где мой ландшафт? Сделаем вот так вот. И вот так. Ну, предположим. Окей. Поехали. Поехали.
Карту, карту теней. О, все. Все, ребятушки, бонусная атака. Естественно, мы сейчас меняем здесь ландшафт. Для начала поставим вот так вот. 5, и нам нужно будет 3, да? Пропускаем ход. Все, ему крышка, ребят. Да, на земле это ерунда. Для нас это не страшно. У нас есть с тобой бонусная атака, поехали. Так. Можем с тобой даже поприкалываться. Сделать вот так. Сделать вот так, тут уже не имеет смысла. И атаковать. Все. Побед за нами, слушай, ну, по-моему, пока неплохо. Конечно, он немножко тупанул, и нам повезло, что у нас был с тобой спрей, который уничтожил всех до 3 атаковочных растений, да, которые, у которых 3 плюс к атаке. А там у него были, ты видел, да, и грибы, что он там только не наплодил себе. Так что, я думаю, за ржавого разряда стоит еще сыграть один уровень. Так, что тут у нас? Неплохо, он такой, знаешь, у него есть что-то из колоды разгрома, что-то из колоды там других героев. То есть мне как бы он понравился. Посмотрим, как он будет против ореха себя вести. Поехали. Так, флакончики я оставлю, мало ли, как говорится, там будут у него эти орехи опять стоять. Ну, орех в основном сейчас пользуется колодой на хил. Так же, как и зуб стезила. Угу. Почему я не удивлен, а? Почему я этому не удивлен, скажи-ка мне на милость. Так. Давай, 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 карту мне какую-нибудь. Только хорошую давай карту. Солидно. Очень, кстати, неплохая карта. Потом что? Есть? Нету смысла нам, наверное, этого выставлять. Заменяет на шипастую лужайку. Надо нам немножко побольше, наверное, карт взять с ландшафтом. Ну нету смысла сейчас никого ставить, друзья. Просто не вижу. О, смотри, что он делает. Конечно, уничтожаем его сразу же. Так, дальше. Дальше мы с тобой можем поставить вот эту индюшку. И у этой индюшки, ребята, есть объедки. Ага. С орехами. Блин, я, наверное, рановато использовал свой спрейчик-то. Кто-то что-то сейчас, друзья мои, появится. Ну, если я вот так вот сделаю. Ага, прокачивает, да, своих? Я так и понял. Погнали, фиг делать. Так, объедки нам сейчас достанутся с тобой. Объедочки в карман. Вот этот будет бесить меня. Этот будет меня бесить. Так, ну что, я предлагаю, наверное, сделать хил. Да и вот так вот. Опа. Эволюцию сделал. Я тебя понял, парень. И кто тут у нас? Оу-оу-оу. Так, этого пока не трогаем. Так, при использовании около зомби шаманство суперспособности. В плане чего? Я не понял, если честно. Пока ничего не буду делать. Плохо.
Восстанавливает им здоровье, да? Давай, наверное, сделаем с тобой так. Ну-ка, есть ли смысл вот в этом всем? Так, этого бомбанем. Девять хп, ладно, еще у нас есть 6 здоровья, так что пока волноваться не стоит. Ставим сюда. Сюда, что ли, влепить? Или пока не будем? 6 и 2. Что он там? Шаманство делает. Ну, естественно. Трясется за свой орех никчемный. Блин, если бы я знал, я бы спрей, конечно, бы не тратил. Так, все. Так, ну сюда гриб прилетит. Так, мы хиляемся. Поехали. 3. Да, урона тут наполучали мы с тобой нормуль. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. У него одна карта. А что мне от этого? Давай сделаем вот так вот. И вот так. Уничтожает надгробие. Ну, давай ты сходишь первым. А что мне это даст, ребят? Абсолютно ничего. Он сейчас меня забомбит. Вот этот орех меня уничтожит. Ну, такова, ребят, неудачная у меня игра получилась. Зря спрей. Ведь так и думал, что на орехах будет играть, а? Где мои все ландшафты? Я вот этого не могу понять. Давай-ка посмотрим еще раз на нашу колоду. Сколько у меня вообще ландшафта взято? 1, 2. И все, что ли? 2 ландшафта, конечно, ребят, так не годится. Давай мы сейчас с тобой что-нибудь поменяем. Наверное, медик одного уберем. И вот этот ландшафт я возьму. 3. Этого все равно мало. А вот это что у нас такое? Информация, ну-ка. Так, превращает зомби случайно зомби, который стоит на 1 дороже. И вытягните карту. Неплохая, кстати. Неплохая карта. Наверное, мы ее сейчас возьмем с тобой. Может, вот этот котел уберем с тобой, а? В конце концов. А вот это вот добавим. Все, попробуем еще разок сыграть. Надо все равно привыкнуть. Надо привыкнуть немножко к нему. К этому, как говорится, ржавому разряду. Ну, а когда привыкнешь, уже пойдет все само собой. Так, 15-й ранг. Зубостезила. В принципе, я уже знаю, что, наверное, будет. Так, это убираем. Ну, оставляем вот так вот, как есть. Первым пойдет у нас вот это, да? Спрей на всякий случай, если что, да? Пригодится нам. А знаешь, что у нас не хватает? Наверное, я взял мало бомб. Ракет этих. Которые уничтожают зомби 4 и выше. Ага, подтягивает к себе. Я понял. Я понял. Но ты немножко недооценил. Так. С объедочками. С объедочками. Поставим сюда. Ага. Так. Что он делает? При игре горохом он получает +2, +2. Вот это плохо. Это, друзья мои, плохо.
Давай я вот так вот сделаю. Ты смотри, а. Все-то у тебя, смотрю, есть, да? Гаденыш. Так, что он съест сейчас мне, да, его? Как мне быть? Это все растет, гаденыш. А давай вот так вот попробуем. Ты запарил, ё-моё, а? Что мне тут дает? Так, растение получает минус 3, вытяните карту. Окей. Так он еще, блин, мы его не подбили, а? Это там все растет. Ну, что там дальше? Вот как. Оу-оу-оу-оу. Разошелся-то. Эх, на один, блин. Если я применю, этот прокачается, да? Поехали. Так, еще 4 в лицо получаем. А вот теперь сиди и думай, как нам с тобой успеть выиграть. Ага. Ну вот тебе и крышка, парень. Нет. Тогда крышка мне, друзья. Тогда крышка мне. 4. Сработает защита там, да? Мне абсолютно нечего здесь сделать. Если только вот так вот. Он бомбанет, срабатывает защита у меня, да? Давай посмотрим. Сердечко, да? Шанс. Так. Ну. Блин, надо ракет брать было побольше, а? Смотри, что творит. Смотри, что вытворяет. Так, а тут смысла нету, ребят. Ну, сделаю я, например, так. Тут никак. Мне никак не выкрутится. Только этого прокачивать, помогать. Нет смысла. Давай смотреть наши ракеты. Мне нужна ракета, потому что у меня нету. За разгрома у нас есть один чувак, который при эволюции может уничтожить любое растение. Здесь такого нету, поэтому надо делать акцент на ракеты, которые могут уничтожать. Где они? А ракета у меня только лишь одна, что ли, получается такая? Вот он, только одна? Сколько она стоит? 1000. Только одна ракета у меня, ребята, это плохо. У них у всех там, ты видел, есть кабачки, всякая ерунда, которую они могут уничтожать сразу же моих противников. У меня ничего такого нету. Ни роя. Вот я нашел изъян ржавого разряда. Так, поехали еще разок.
У него не хватает заклинаний, которые могли бы сразу уничтожать очень высоких зомбарей. Вот изъян разряда. Есть только ракета, но она у меня всего лишь одна. А нужно как минимум три, чтобы перестраховаться. Так, ладно, мы с тобой сейчас последний бой сыграем за разряда, и потом можно попробовать сыграть за кого-нибудь другого. Посмотреть. Да, долго у нас тут ищется противник. Нашли. Седьмого разряда? Что-то как-то, ребят, не то. Что, попробуем? Этот, как всегда, минами своими, да? Любитель пользоваться в ненужный, блин, момент. Давай смотреть, что он там. Ты зря это... Зря. Ну вот серьезно говорю, зря он поставил. Смотри, что мы с ней делаем. Вот так вот, хоп. И все. Твоя мина просто была здесь выставлена зря. Окей, поехали. Ну и зачем ты это делаешь? А, седьмого уровня. Парень, наверное, ну, не повезло ему, короче. Играет стандартными, видимо, картами. Поэтому так вот все и происходит. Ну, новичок, ё-моё, тут грех смеяться, ребят, на самом деле. Хотя, может быть, и не новичок. Может быть, просто прикидывается. Так, ну что, выстрел? Так, поехали. 4-6. Угу. Пропустим ход. Я могу использовать... Так, стопы, друзья мои. Ягода, орех. Вообще не в тему что-то, если честно. Так, а мы с тобой вот это применяем. Эх, а что ж поделаешь, друзья мои. Ничегошеньки тут не сделаешь. Так, а вот этого надо как-то нам подбивать с тобой. Если мы сделаем с тобой, к примеру, вот так вот. Не хотелось бы, чтобы медик у меня пострадал. Ах ты, чепушила, а? Ты смотри, что творит. Нет, 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 парень, ну успокойся. Ну что ты делаешь, а? Да, тут, конечно, он меня подловил. Но главное, что ягоду мы с собой уничтожили. Этих сейчас тоже уничтожим. На тебе. А вот кто здесь вот появится, это уже другой вопрос. Хм... Смотрим. Ой. 4-1. Тут, наверное, лучше вот так вот сделать. 4-1. Офигеть. Да чтоб тебя. Прикрылся ананасом. Все, ему, по-моему, друзья, крышка. Смотри, сейчас пробьем. Или все-таки у него сработает блокировка. Блокировка сработала, ладно. Заблучился, да, значит. А этот сейчас как на 8 мне звезданет. О, еще и плюс 4, а, он к здоровью. Ну, даже так сделал. Все, друзья мои, тут крышка ему приснилась. Я думаю, ты понимаешь, почему. Мы с тобой ставим сюда.
Все гаргантюа получают мишень. У меня нет гаргантюа. Так что ни о какой мишени и речи быть не может. Смотри, что я делаю. Нормуль. Так, еще сделаю. Это уже просто так, для приколюхи. Нормально, да, так? Врезал. В общем, друзья мои, ржавый разгром все-таки имеет изъян против довольно сильных растений. Он не потянет. Вот такие, как кукуруза или еще что-нибудь, он будет пасовать. Так, ну что, давай сыграем тогда за бесячество. Вначале мы посмотрим, что у нас там с колодой. Так, колода. Колода, в принципе, неплохая, ребята. В принципе, неплохая. Но вот играбельна ли она? Так, нам нужна вот эта вот... Подожди-ка, информация об этой ракете. Уничтожение зомби наносит 4 единицы урона. Слушай, это плохо, это невыгодно. Смотри, у него тоже у бесечества нету мгновенного уничтожения высокоуровневых растений. Например, как кукуруза или зубостезила. Нету, понимаешь? Хм, и это плохо. Это чертовски плохо. Так, если я, например, уберу из нашей колоды вот так вот и добавлю один сундучок. Не забывай, я уже объяснял, да, что мы играем с тобой сегодня по фану. Не обязательно повышать рейтинг. Если бы я чисто бы за рейтингом бежал бы, я бы взял бы разгрома, поверь мне. Но так просто хочу поприкалываться сегодня, посмотреть, да и вам показать, как меня тут разносит. Какие есть колоды врагов, чтобы вы приблизительно понимали. Так, против зеленой тени мы с тобой. Ну тут слишком уж крутого надавали мне. Оу, ёпрсты. Жестко что-то как-то. Что-то жестко. С третьего хода только начинаю. С третьего хода. Что-то мне подсказывает, что эта зеленая тень будет работать на заморозке. Могу ошибаться, конечно. Посмотрим, заметит он этот ландшафт или нет. Что-то пока молчит. Молчит. А раз молчит, это не к добру. Я так и думал, что он будет менять. Окей, предположим. Блин, а мне пока и поставить нечего. Естественно, он этого зомби попробует уничтожить. Это ты, кстати, вовремя, парень. Это ты вовремя. Так, нам нужно с ним разобраться. И как можно быстрее. И в этом деле нам поможет... Этого, наверное, бомбанет он быстро, да? Наносит одну единицу урона, если у растения 0 во время этого хода. Если у растения... Чего? Не пойму. На тебе. Немножко опешил, да, чувачок? В любом случае, я смогу спрятать любого за надгробие. Если здесь какой-нибудь чувак вылезет мощный. Ага. Вот как он сделал. Не так карты решил вытягивать, так через вот этого, да, хламона? Так, только не уничтожай мне, пожалуйста, купидончика моего. Заморозка вытягивает карту.
Вот так вот он сделал, понял? Не врубился. Он ему хп восстановил, да? Так, ну что у нас тут? 2 единицы урона получает. Эх, я даже не знаю. Что нам с тобой лучше здесь сделать? Надгрубие я все-таки оставлю, если что. Ну давай вот так вот сделаем. И вот так. Бонусную атаку, да? Все-таки решил на своих этих огурцах выкрутиться. Ох ты. А почему у него 0? Она не стоит 0 единиц. Да. Бесячица, что-то ты меня расстроила. Опять же, да? На воду, на воду. Ну, в принципе, есть кого на воду поставить. Так, давай сделаем вот таким вот образом. Что у него там за карты навытягивал? Этот галактический, кто он там? Огурец? Ой. Ой-ой-ой. Что, все растения становятся неуязвимыми? Ты серьезно, блин? Офигеть. Вот так вот, ребята. Какие-то карты там набрал. Ладно. Бесячество меня тоже, ребята, подвело. Давай сыграем теперь с тобой за Займеха. Так, изменим. Если есть, конечно, что менять тут. Но опять же, вот где у тебя массовая атака? Вот объясни мне. Уничтожение. Нету же ни шиша. Нету. Ни роя у тебя нету. Нифига нету. У этих там груши, там кабачки, еще что-нибудь, да? А у нас нету. Поехали. Попытаемся. Попробуем победить. Так, 36-й. 36-й ранг. Надавали-то, ё-моё. Хотя, в принципе, и нормуль. Пропускаем ход. Ага. Так, наносит 3 единицы урона. Погнали. Сто процентов он колоду делает либо на ягодах, либо те, кто получает урон, получает дополнительную атаку. Мне кажется, так. Грибок. Зачем тебе дополнительная энергия? Объясни мне, пожалуйста. Что ты там задумал? Что-то задумал, гаденыш. Так, пропускаем с тобой ход. Ага, карту втягивает. Но мы с тобой сделаем вот так пока. Пускай он там... О, он ему по 2 солнца дает. А ну-ка се. Что ты там получаешь? Немножко не то. Опа. Офигеть, блин. Это что мне получается? Сейчас столько понапролетаем, да?
Где мой флакон? Флакона нету. Ладно, сделаем с тобой вот так. Хотя бы прожить нам как-то нужно. А что прожить? Он сейчас любую выставит сюда. Блин, вот это, конечно, да, ребята. О, все. Выставил свое надгробие, да? Противное. Просто, понимаешь, орех с нулем, да? С нулем атаки, у него просто жизни превращается в атаку. И в этот момент у тебя нету флакона, который... Подожди, 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 я не это... Я не это, я хотел другого взять. Если он берет вот такую колоду, ребята, у него могила это не одна, поверь. Их там целая куча, может быть даже 4 штуки. Но это чисто донатер, потому что заработать 4 могилы — это легендарные карты. Это, ребята, вообще трудно. По себе знаю, сколько уже тут дрынкаю. И фиг там, что мне попадается. Так, хорош там икать, хыкать. Мяу, получил, да? Ладушки, давай сделаем вот так. Что-то задумался Бонг Чой. У него пенек. У него есть пенек. Так, ну что, в следующий раз мы с тобой примем. Издевается, да, надо мной? Я сейчас ничего делать не буду, ребята. Будем применять вот это вот. Да-да-да-да-да, делай двойной удар. Все. Погнали. Замечательно. Ну да, получаем урон с тобой. Тут уж извини, как говорится. Ой. Ну давай вот так вот сделаем. Блин, у меня опять нет ландшафта, да? Блин, 5-4. Ну смотри, не так-так-так меня пробирает, а? Что у тебя здесь? Зомби получает плюс 5, ну предположим. А если я сделаю вот так? На тебе. Опа, опа, опа. Этого уничтожит, да, мне? А, нет, нет, не уничтожит, ребят. А, уничтожит. Карту берет, а? Что делать-то? Как быть-то? Один только. Воу. Да, блин. Так, давай сюда поставим одного. И один сюда. Как думаешь, пробьет? Да, скорее всего, пробьет, ребят. Да. Что там нам за карта выпала? Эту нам пока не стоит тратить. Все, крышка. Отыграли. Блин, вот эти, конечно, через двойной удар, это жестко. Замех тоже не очень себя хорошо проявил. Что, попробуем за разгрома? Блин, я, правда, ему поменял колоду, друзья мои. Так что, возможно, сейчас победа не будет тут пахнуть. Так, меняем это и вот это. Поехали. Ну, на первый ход есть, на второй нету, есть на третий.
Что он там опять задумал, а? Картошка, что тебе надо? А? Клубень ты несчастный. Не хочет выставлять, а? Ты посмотри на него. Он ждет, пока я первый выставлю, да? Ладно, я поставлю сюда. Что ты на это скажешь? Сейчас будет мину, наверное, бросать сюда. Или еще что похуже. Банан. Я тебя понял, парень. Банана, да, значит? Давай я так сделаю. Этот банан я уничтожу с помощью шара. Думает, куда бы свой банан потратить, да? А, вот. Нет, ребят, тогда придется вот это валить все-таки. Лучше вот этого. Поехали. Бананы. Ну что, будем валить, наверное, его, да? Банану эту. На тебе. Так, у него две банановые бомбы, то есть он может уничтожить любого. А, у него вот так вот даже. Ну тогда понятно, еще бомбу тратишь, да? Банановую, естественно. И остался ты без бомбочек. Но тебя это нисколько не страшит, я смотрю. Тогда мы начнем вот так вот. Давай, Йети. Хорошую карту дай мне. Ну, в принципе, неплохо, я считаю. Смотрим дальше. Что это там? Ёпарсете. Это плохо. Хочу я тебе сказать. Это плохо. А если я сделаю... А вот так вот я сделаю, наверное. Что там у тебя? Перемещаешь, да? Вот это не есть хорошо. Мы его, ребят, обратно... Не вернем мы его обратно. Ох! Нифига ты! Вот так вот, значит, да? Так, ну ладно, нам надо вот этого хотя бы уничтожить. 10 в лицо получим. Хорошо ты тут сыграл, парень. Очень хорошо. Так, ладно, я рискую, ребята. Я рискую, надеюсь, у тебя нету больше уничтожителя надгробий. Лужаечку ты ставишь? Ставь. Да ё-моё, ну... Какого фига ты делаешь? Так, этого чудика надо, ребята, вот сюда выгонять. Потому что потом у нас пойдет с тобой кто? Гаргантюа, ё-моё, кто пойдет у нас с тобой? Зомбобот. 9, опять 10 в лицо, да? Пока еще терпимо. Ну что, вызываем? Окей. Смотрим дальше, что он делает. О, уничтожает всех зомби. Ради бога. Наносит 3 единицы урона. Пс. Захотел чего? Ай, дурик. Пропускаем ход. Угу. Что там у тебя? Вот так вот, да, решил? Ну, давай вот так вот поставим. Нет. Я-то думаю, что он там зачисткой занимается. А вот почему, друзья. Ну, как ты видишь, меня в пух и прах разносят. Я даже не знаю, стоит ли выпускать эту серию с таким количеством проигрышей. Ладно, последний бой, друзья мои.
и будем закругляться. Фан есть фан, ничего не поделаешь. Конечно, хотелось бы хоть немножко здесь выигрывать, но что-то не везет мне. Так, давай вот это поменяем. Ой. Но здесь хотя бы, видишь, есть рой, ос. То есть любого можем уничтожить. То есть в этом смысле Гаргантюа, конечно, крут. А у них, видел, есть гриб. Еще там какая-то фигня. Ой, подсолнух, не надо. Не надо тебе здесь быть. Любители, да? Энергию себе повосполнять. Так, следующего хода у меня нету. Ну что там у тебя? Грибы, скорее всего, да? На грибной поляне хочешь? Ну да, или опять же все-таки эти ананасы. Либо грибы, либо ананасы, ребят. Одно из двух. И пескуны фиговы. О, хорошо. Ну лучше вот так, наверное, все-таки сделать. Замечательно. Ставим сюда. Ну, что там у тебя есть в кармане? Вот что у него есть. Хопа. Минусуем двоих. У него 22-й ранг, ребята. Это приличный. Поэтому я сомневаюсь, что здесь какой-то нуб. Ну, давай сделаем вот так вот. Твою же маковку, а? Но этого мы вообще сейчас уничтожим. Лишим его даже атаки. Поехали. Так, сердечко. Пока не будем, ребят, тратить его. И эти достаются нам. Давай поставим его сюда. О, снежный даже достался. Конечно, ему выгодно уничтожить моего йети, чтобы этот опять нанес 5 единиц урона. И он это делает. Ох, еще и кукурузу тут получил. Кукуруза должна перелететь, по идее, сюда. Вот так вот. Так, не будем пока ничего с тобой делать. Ага. Ну-ка, проверим, ребят. Три энергии, три. Пропустим пока ход. Ну что, у тебя там еще есть что-то такое, что ты можешь мне уничтожить йети? Да? У него есть кабачок. У него есть кабачок, тогда нам надо сделать вот так. Нам нужно потянуть с тобой как-то жизнь. Так, ну тут все просто. Делаем так. И вот так. Чтоб не выпендривался. Опа. Тыква, иди-ка сюда. Еще пока живем, ребят. Ага. Вот это еще лучше. Сделаем вот так. Да и все пока. Нет, 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 нет. Два даже, да? Я понял тебя. Так, ну что, этого мы добьем. Вот здесь понизим. А этого вот так вот. Нормально я придумал? Я думаю, что неплохо. Так, двигаемся с тобой дальше. Значит, следующий вот этот хламон, да? Сделаем вот так. И пропустим ход. У него 100% с прочерком. Или еще одна
тыква сейчас будет. А если у него еще одна тыква, что я могу сделать? Переместить? Бесполезно. Оу. Смотри-ка. Потратил свой кабачок. Не побоялся, как ни странно. Ладно, поставим с тобой сюда. Это на будущее, так сказать. Это мы прибережем, это нам пригодится. Ага. Ну это вот этот фиг уничтожишь. Захочешь, да не получится. Можешь, конечно, прокачать своего этого пингвина. О, о, как раз подстать, ребята. Сейчас мы его отсюда сдриснем. Сейчас мы его отсюда уберем. С прочерком такой довольный, да? Хе-хей! Нет, парнишка, не в этот раз. Упс. Так, ну что, у нас с тобой следующий вариант. Да ё-моё, ты будешь убирать этого охламона? А этого сюда подставляем. Иди-ка сюда, парень. И эти. Так, значит, нам с тобой есть смысл вот так вот сделать. Сколько там плюс 2? 6. Нет резона. Бомбим. Ох, сумоист. Сделаем вот так вот. И вот так. Уточка. Сюда. Блин, уточку надо было сюда. Ой, дуралей, что сделал-то? Нет, грибок, ты здесь не вовремя вообще появился. Тьфу. Правильно, сюда его. Нет, 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 нет. Так, этого, пожалуйста, сюда, ко мне. Вот так вот. Поехали. Окей. Так, что у нас дальше, ребята? Тут просто битва, битва титанов. Поставим сюда. Наносит 3 единицы урона. Прям в лицо? У-у-у, парень. Ха. Почему ты такой уверенный, а? Интересно мне знать, почему он так уверен, что у меня... Опачки. Погнали. Тебя умоляю. Своим подсолнухом здесь пришел. Так, погнали. Сейчас еще один, да? Рыцарь будет у нас тут. Давай, превращаем. Какая хорошая и замечательная карта. Все, даже если он захочет отхилиться, ничего у него не получится. Сколько он взял, да? Этих охламонов, ты посмотри просто. Поехали. Все, друзья мои. Хорошо, что мы с тобой заканчиваем хотя бы на победной ноте эту серию. Хоть где-то улыбнулся. Но все равно разгром, я считаю, для меня, по крайней мере, самый пока крутой чувак. В общем, фан был такой, что меня сегодня валили, мочили, как хотели. А я поджимал хвост, убегал. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!